Сейчас, подожди. Тихо. Он привстает, когда я его целую. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас такая внеплановая была уборочка у королевской кобры. Это наш вьетнамский самец, которого мы вырастили с малька. Типа ручной, как называется. То есть он может совершенно спокойно сидеть на руках. Посмотрите, какой он огромный. То есть вот он обвил мою руку. Наверное, в нем уже метра 3,5-то есть. Да, может, даже уже и больше. Самец активно питается просто всем, чем угодно. Раньше он там начинал только с добавлением амурских полозов. Должен был быть запах. Сейчас он питается все, что кладется в террариум. Любые змеи, привязанные к ним грызуны, птицы, все что угодно, в общем. Вот такой красивый мальчик растет у нас. Просто шикарный. На самом деле, вот чтобы заставить его стать в такую стойку, это вообще удивительно. Потому что обычно он не капюшонится, он никогда не злится, не отвлекается на какие-то там раздражители, а просто куда-то ползет. И вот сейчас как-то он, видимо, так удачно зафиксировался. Нам повезло, и мы даже решили снять видео с ним, чтобы показать, какой шикарный капюшон у королевских кобр. Просто восхитительно. Вообще, какая восхитительная змея. Королевские кобры — это, конечно, нечто. То есть, это... В них прям чувствуется какой-то интеллект, как вот что-то, они все время задумчивые какие-то, что-то планируют сделать. Не просто там ползут непонятно куда и просто так нападают. У них все время как-то в глазах читается какая-то мысль. Шикарная змея. Этот малыш для нас особенный, но опять же повторюсь, потому что вырастили его с малька. Пока растили, он там несколько раз не хотел жить. Мы ему объясняли, что жить это хорошо, что это того стоит. В итоге он выжил, перешел на самостоятельное питание. Кстати, в детстве очень хорошо питался цыплятами. И ничего, кроме цыплят, если не хотел, даже приходилось, по-моему, змей намазывать цыплятами. Но потом он одумался почему-то и начал питаться только змеями, причем только исключительно змеями с запахом амурского полоза. То есть нужно было брать амурского полоза, его экскрементами обмазывать другую змею, и тогда он на нее реагировал. Сейчас, благо, это позади, он кушает все подряд. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь вот на такого красавца, пока мы живы. Ставьте лайки, пишите комментарии и пишите, как вам вообще эта змея-то нравится. Какая вообще у вас любимая кобра?